Сегодня у нас 16 июля 2018 года. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфутдин. Я вот в моем мейлинге читаю книжки, просматриваю. Часть этих книжек я уже читала. Вот. Я в моем мейлинге. Вот. Слушаю музыку. Вот. Радиодачи, по-моему. Так что вот, вот что я хотела зачитать. «Искусство жизни», «Санлайт». Книжки я еще очень много лет назад, в 2000-х годах купила. В общем, «Санлайт», «Вселенная радости». Но это новое. «Искусство счастья». В общем, это серия «Искусство счастья». Вот. «Человек, наполненный любовью, представляет собой солнце, раскаленное до миллиона градусов. Он преобразует в свет все, что обрушивается на него. А гонения, обиды и ложь только увеличивают его сияние. Вот. «Великий дар любви». Это написано на странице 27. В этой книжке строка, сейчас я вам скажу, 4, 5, 6, 7, 7 строка. 27 страница, 7 строка сверху. Вот, и вообще, наверное, великолепная такая книга. В общем, вот так вот. Вот такие вот дела. Сейчас буду дальше читать, изучать. А так, в общем, это в этой серии. В общем, «Искусство жизни», «Энергия изобилия», знаете, вот эти книжки. Но эти книжки еще и раньше были, я их уже давно читала, да. «Библия счастья», «Книга преображения», «Санлайта». Вот, «Формула денег». Формула денег, фэншуй изобилия, вот, нумерология счастливых чисел. Так что вот, огромное количество. Также у меня огромное количество здесь книг куплено в прошлом году. Сейчас я вам покажу. Ну, какая библиотека у меня шикарная была в Америке, когда я там покупала 2004 по 2007 год. Вот, а здесь у меня, вот, обратите внимание, это все мои книжки, Генри Форд. И, в общем, что тут? «Горячие секреты любви и секса». В общем, много-много. Или «Наполеон Хилл». И, в общем, «Сила вашего подсознания». В общем, это все мои книги, куплены в прошлом. «Богиня секса». «Курс алхимии». Кстати, вот великолепная книга «Санлайта». «Квантовый воин» Джона Кеха. В общем, на самом деле, «Осмельтесь преуспеть». Вот это все мои книжки. У меня, в принципе, большая часть книжек была. Да, «Наука быть богатым и великим». Вы знаете, что? Вот про эту книжку, кстати, про эту книжку.